Очередное видео. Я начинаю его от адреса улица Калараш, 46. Я так понимаю, это гостевой дом Анжелика. И по просьбе моего подписчика Александра совершу маршрут, так сказать, пройдусь до моря. Вот так вот будем, без громких слов. Так, с чего начать? Начать надо с подписки, конечно. Там поставить лайки всякие, там поделиться и тому подобное. Что мы делаем? Мы сейчас идем от этого гостевого дома. Я ранее говорил вам, что здесь более дешевые цены. Я так понял, что люди заинтересовались этим пятачком. Вот. Соответственно, их теперь интересует маршрут. Почему же тут цена ниже? Да потому что, я уже говорил, там аппендикс перекрыли, вот этот перекресток. И люди туда просто не доходят. Фактически гостевые дома вот эти вот находятся в самом центре поселка Лазыска. Ну вот, маршрутов сразу скажу несколько. Вот мы сейчас идем маршрутом, который через надземный пешеходный переход. Там поезд, кстати, едет, электричка. В итоге покажем вам этот маршрут, в общем. Моя мысль чуть-чуть уже в другом месте. Я уже занят своими делами, поэтому немножечко туплю. Не пугайтесь. И вот мы идем к этому надземному пешеходному переходу. Тут много всяких дядек. Наверное, будут сейчас дорогу ремонтировать. Вот набережная, написано. Где-то 500 метров где-то там. Указатель, не знаю сейчас. Так, ну тут как всегда идиотские ступеньки. Здесь мы уже тоже бродили. Так что надеюсь, Александр, если вы внимательны были и ваши друзья, то видели видео. Вот, в принципе, там на горизонте у нас уже улица Доевского. То есть мы вынуждены пройти вот этот перекресток чуть-чуть правее. Скажу по секрету, есть надежда, что его все-таки откроют. Так что фиг его знает. Если вы забронируете, а потом его откроют, будет вообще чудесно. Вы сможете дойти там метров на 15 ближе. Итак, мы миновали надземный переход. Ныряем под железнодорожный мостик. Рекомендация маленькая. Не покупайте здесь рыбу. Тут рыба, ну я не знаю. Тут все ходят, бродят и тут же торгуют рыбой. Пыль, ну, сами понимаете. Так, вот у нас улица Павлова. Вы можете пройти вот там вот. О, я эту тетечку видел только что на море. Через парк. Но кратчайший путь будет, скорее всего, здесь. По улице Павлова. Кстати, вы можете вот зайти позавтракать. Тут две столовых. Кстати, сюда, похоже, я не заходил. Чебуреки можно даже зимой купить. Тут пончики, всякие булочки. Это все улица Павлова. Также можете там свернуть налево, пройтись по улице Калараша. То есть не обязательно ходить все время по Павлова. Можно свернуть на Калараш, на спортивную, чтобы, так сказать, разнообразить свою прогулку. Сейчас мы идем с вами просто по коротенькому пути. Можете при желании свернуть на пляж Багратиона. Тоже реально. Там есть, кстати, еще другой проход. Там, где я ходил вот в предыдущем видео на улицу Речную,
вот так, и можно еще там через эти киоски. Желающие могут зайти на территорию парка и пройтись там, как бы в предвкушении вечерних прогулок. Ну и по улице Павла тоже бродить прикольно. Смотрите, вы скажете, что сейчас зима, февраль. Я вообще иду в капюшоне. Вот, с этой стороны тротуар пошире, как вы видите, а там поуже. По той стороне я бы рекомендовал идти тем, кто желает что-либо приобрести, там, сувенирки какие-нибудь, там, такое вот. Потому что там такая толпа будет, что просто ужас летом. Учитывая, что нет распределения между улицами правильного, все идут вот именно там, по стороне киосков. По этой стороне вы пойдете спокойненько. Вот оно колесо. А там, где колесо, там прибой. А там, где прибой, там шашлык. Все взаимосвязано. Вот всякие железные дороги, паровозики. Можете покатать детей. Ну, лучше, наверное, это делать вечером. Утром надо идти на море. Тут есть аптека, кому надо. Все по одной цене 25. Вот, наверное, что-то китайское. Все по 25, не бывает таких чудес. Справа от нас опять столовая Фазелис. Ну, прямо, как вы понимаете, там все кафешки. Все там есть. Все. Так как улица Павла одна из самых красивейших и центральных улиц поселка. Здесь ежегодно проходят, да может даже миллион людей, бог его знает. Наверняка каждый, кто приехал в Лазаревское, захочет зайти в парк, прогуляться по набережной. А это все здесь, улица Павла, улица Калараш. Так что как бы вот так. Наверняка мы здесь ходили. Ну, те, кто бывал в Лазаревске, конечно. Нет, это не хоккейная площадка. Может, и хоккейная, бог его знает. Скорее всего, здесь кто-то плавает. Всякие такие приспособления. Детские аттракциончики. И вот мы уже практически на берегу моря. Положили новую брусчатку красивенькую. Опять же, брусчатки. Мужские стрижки и бритье. Косметолог и массаж. Все здесь. А вот оно. Заветное море. Этот маршрут составил 8:44. Далеко ли это? Решать, конечно же, вам. Ну, я думаю, это гораздо ближе. Точнее, я не думаю, я знаю, что это гораздо ближе, чем с аэродрома. Это 100%. Гораздо ближе, чем с гор. Вот центральный причал. Ну, в общем, это, я вам скажу так, это очень даже недалеко, учитывая, что цены там чуть пониже. Думаю, вам стоит обратить свой взор. И ваши друзья, Александр, не прогадают. Так что вот так. А пока подписывайте друзей, не пишите сами. То есть не пишите сами тоже. Но друзья, чтобы тоже подписались, а что это такое? Они через вас там просят. Нет, каждый должен подписаться, как говорится. Вам пофигу, а мне приятно, как говорится. Ладненько, надеюсь, я вам помог. Пока, до следующего видео, я уже очень спешу. И опять.
Сейчас я иду на улицу Калараша.